Мы говорили с вами сегодня о судьбе поэта в России. Мы вспоминали творчество, если хотите, литературную и музыкальную летопись, осененные именами двух поэтов – Лермонтов и Есенин. Судьбы поэтов на земле весьма разные. И мы помним, что, увы, нет пророка в своем отечестве. Но судьба поэта неразрывна с родной землей. Ой, ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонко чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас, и гудит за горогодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, и навстречу, как сережки, зазвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю.